Санкт-Петербургском государственном университете проходит 50-я международная научная филологическая конференция имени Людмилы Вербицкой. Она посвящена широкому кругу актуальных проблем лингвистики, литературоведения, методики преподавания языков, междисциплинарных научных исследований. Конференция не случайно носит имя Людмилы Алексеевны Вербицкой, замечательного филолога-русиста, вся жизнь которого связана с нашим факультетом, университетом. Имя Людмилы Алексеевны Вербицкой хорошо известно и в нашей стране, и за рубежом. Трудно переоценить то, что она сделала для развития образования, для того, чтобы объединить ученых разных стран, которые занимаются изучением русского языка. Из-за коронавирусных ограничений конференция второй год проходит в онлайн-формате. Но организаторы уверяют, что ее качество от этого никак не страдает. Особой тематикой 50-й международной научно-филологической конференции было определено изучение и рецепция научного наследия Людмилы Вербицкой. Людмила Алексеевна Вербицкая внесла неоценимый вклад в развитие испанской русистики. Именно при ее деятельном участии под эгидой Мабриал в Гранадском университете на протяжении двух последних десятилетий проходили многочисленные научные и культурные мероприятия. Я лично всегда восхищался и вдохновлялся ее жизнелюбием, оптимизмом и преданностью любимому делу. Юбилейная филологическая конференция имени Людмилы Вербицкой – это масштабный научный форум в области филологии. 11 научных направлений, 52 секции, около 800 российских и зарубежных участников. Конференция открылась 15 марта и продолжит работать до 23-го. Все желающие могут послушать доклады участников, подключившись к соответствующему собранию в Microsoft Teams. Ссылки на них опубликованы на сайте университета. Ксения Мошинская, Алексей Чупко, медиацентр СПбГУ.